Всем привет-привет! Вы на канале Киндервита. Сегодня у нас вот такой вот наборчик. Дай папа покажет. Держи вот так наборчик. Папа сфоткает тебя. Вот такой наборчик. Красивый? Давай будем открывать. Открывается. Можно его аккуратно. Так, первое тут у нас попалось. Вот такая вот девочка. А как девочку зовут? Такая красивая девочка. Платьишко вот такое у нее. Смотри, Маша. На, держи Машу. Будем дальше открывать. Играй пока, Маша. Маша. Вот такое вот у Маши зеркальце. Вот такое вот красивое зеркальце у Маши. На, Маша будет сейчас смотреться в зеркальце. Вот такой вот домик у Маши будет. Вот какой красивый домик. Тут открываются дверки вот так у нас. Тут крючочек какой-то. Окошечки. Вот такой вот домик. Это у нас тумбочка. Там одежда будет лежать у Маши. Столик, на котором она будет одеваться. На. Вот такой у Маши светильничек. Да? Вот такой красивый светильничек. Сейчас папа даст. На. Устанавливайся. Вот такое пианино. Вот пианино такое красивое у нас. На. Играй на пианино пока. Как Катерина на пианино играет? Вот так, кнопочки нажимаем, да? Вот такой у нас диванчик у Маши. Красивый диванчик. Вот еще у нас вот диванчик вот такой желтенький, красивенький, мягкий. У Маши будет два диванчика уже. Вот такой телевизор у Маши, красивый, колоночки. Мам. Маша телевизор смотрит? Что там показывают? Мультики? Какие Маша мультики посмотрит? Маша любит мультики смотреть? Сломаешь телевизор-то. Вот такие, вот такой у Маши телефончик еще есть, по которому она будет звонить маме. Мам. И вот такая у Маши табуреточка, на которой Маша будет сидеть перед зеркальцем. Да, Виталинка? Такая табуреточка. Давай построим вот такой домик у Маши будет стоять. Вот здесь будет телевизор стоять у Маши.
Вот такой получился у нас красивый наборчик. А во втором видео вы увидите, как мы в нем играем. Да, Витаринка? Это был наш обзор. Теперь скажи всем пока-пока. Вы на канале Киндер Витар. Всем спасибо за просмотр.